Всем привет! Продолжаем рассматривать картины, знакомиться с творчеством художников. Томас Мэтью Рук, британский художник, акварелист, работал дизайнером, помощником других художников, Джон Раскин, поручал ему сделать архитектурные чертежи. Получил художественное образование в школах Южного Кенсингтона и Королевской академии. Берн Джонс рекомендовал его Раскину, который искал художников для записи старых зданий, которым грозил снос или реставрация. Оставался ассистентом Берн Джонса более 30 лет до самой смерти художника. Рук вел дневник, где записывал беседы с мастером, который впоследствии опубликовал. Записи представляют собой уникальный материал, показывающий Берн Джонса как выдающегося художника и мыслителя. Живописный стиль Рука формировался в русле влияния эстетики рафаэлитов, среди которых определяющую роль принадлежат работы Берн Джонса. Стиль заметен во всем: в цветовом строе, пожах, характере рисования, драпировок и деталей пейзажа. Художник предпочитал писать картины на сюжеты Ветхого Завета и античной мифологии. Одной из самых известных его картин является полотно «История Руфи». В последующие годы художник много занимался архитектурным дизайном. Как я уже говорил, Берн Джонс рекомендовал его Джону Рёскину, который искал художников для увековечения памятников архитектуры, находящихся под угрозой исчезновения. По заказам Рёскина Рук работал в течение 3 десятка лет, выполнив целый ряд рисунков и акварелей различных европейских зданий. Его работы в этом жанре отличаются тонким вкусом и исключительной точностью деталей. В 1891 году он был принят в члены Королевского общества акварелистов, выставка которого регулярно принимал участие до последних лет своей жизни. Художник умер в Лондоне 27 июля 1942 года на 100-м году жизни. Его акварели сейчас находятся в музее Раскина в Шеффилде, в городском музее и художественной галерее Бирмингема. Берн Джон писал Раскину: также его ждет очень высокое место на небесах, и он этого не знает. Ну вот так, вкратце о художнике Томасе Мэтьюс Руке, британском акварелистом, который работал дизайнером помощников Берн Джонса и Джона Раскина. Все, пока-пока, всем привет, пользуйся Википедией, сведениями из интернета. Пока-пока, до свидания, смотрим картины.